надеюсь. Нормально. Мать, блядь!
Конечно. Все, действуй, друзья. Я еще и кофе тебе налью. Спасибо американским ученым за красном бреду. Яна Романова. Виталий Думыкин, друзья. Утреннее шоу в добрый час. Мы продолжаем. Ну да, кто-то лопату на соседнем огороде украл. Ну вот, а украинская армия, она просто не может это все победить. Да, вот реально, танк идет, они лопаты, и все. И танк напополам. Представляете, какие у нас ополченцы крутые? Ну да, лопаты вертикальным взлетом, да? Ребята, вы не путайте одно с другим, как бы. Одно дело, если сама армия воюет, другое дело, если просто идет помощь. Как бы не надо здесь уже так передергивать лопаты, там бензопилой, ну, бредово звучит. А тут другое ополчение с вилами, и он накалывает. Ты зачем вот так вот сделал сейчас? Как я делал? Тормознул резко зачем сейчас, зачем? Зачем ты не остановился? Кто остановился? Где я тебя задел? Вот здесь, водите, куда-то поворот. Я тебя разве задел? Задел. Где? Покажите. Вот здесь. Давайте. Здесь. Вот ничего не буду показывать, вызывайте. Видел же он. А там нахрен? Вот сход.